Продолжаем изучать Blender, рассматривать, что здесь да как. Давайте в этом ролике рассмотрим, как сделать быстрый волос. Закроем баннер. Так, вот у нас куб. Давайте на нем сначала посмотрим, как это все работает. Так, заходим в объекты, находим так, быстрые эффекты, быстрый мех. И вот так вот назначаем его. Следом заходим контекст частиц, вот этот вот. И вот здесь можно уже поднастроить именно длину этого меха. Вот так. Его плотность, его вид. Вот такие вот есть варианты вида. Число. Сколько их будет. И вот здесь есть потомки. Потомки — это вот именно дублирующие вот этих волос. Вот здесь можно простой поставить или вообще нет. Редкий будет. С интеграцией. Так. Можно добавить вот здесь порог. Количество индирейстов каких-то. И вот здесь вот можно количество превью добавить. Много не надо. И вот теперь вот получился вот такой вот волос. Его можно теперь причесать. Заходим в делать объектный режим. Нажимаем клавишу. И переходим в редактирование частиц. Вот он теперь стал редкий. Вот таким образом. И здесь его можно вот причесать. Вот так вот, вот так. Здесь можно вот так вот чуть подтянуть. Здесь в эту сторону можно разгладить. Вот таким вот образом. А здесь в эту. Вот так, прикольно. Ну а здесь в эту. А здесь можно как-то фигурно вот так вот. Ну и здесь тоже чуть-чуть угол. Также здесь можно раздуть волос. Вот стоит плюс. Вот так его прорисовать, добавить. Здесь можно его чуть-чуть тоже исказить. Здесь вот можно его обрезать. Вот побрить. Вот такое что-то получается. И теперь возвращаемся в объектный режим. И у нас получается вот такой вот волос. Можно назначить всему этому делу Matte Cap, чтобы виднее было, выбрать какую-то сферу. Вот наподобие вот так вот. Ну и сзади можно изменить фон. И будет все четко. Также можно зайти в файл новый, общий, это не сохранять. И добавить mesh и добавить обезьяну. Вот так. Куб можно delete, удалить. Вот такая Suzy здесь есть. Ее можно выделить, зайти в модификаторы, добавить модификатор. Так, подразделение поверхности, сделать его чуть мягче. Зайти теперь в режим редактирования. Вот что-то такое получается. Переключиться на полигоны. Так, можно еще немножко добавить подразделение и применить модификатор. Объектный режим. Применить. Заходим опять в режим редактирования. Нажимаем C. И вот так вот можно полигоны немножко выделить. Вот таким вот образом. Стирать полигоны можно опять же, нажав Shift. И вот так немножко все это дело разукрашивать. Опять же нажимаем C. И вот так все это дело делаем. Escape, снимаем выделение вот этой клавиши C.
Все дело еще тут прорисовываем аккуратненько. Вот теперь вот этой заготовки можно сделать Shift D и использовать Transform. Делаем Shift D. И вот вы видите, что у нас появился дублированная голова. Именно часть вот эта верхняя, на которую можно теперь сделать волос. А потом уже к Сьюзи все это дело применить. Есть еще один вариант. Так, давайте это все новый, общий, не сохранять. Delete, удаляем куб, заходим в добавить. Находим mesh, находим обезьяну. Опять же заходим в модификаторы, немножко ей добавим так подразделений. Применим все это дело. И вот теперь объекты и быстрый материал, быстрые эффекты, быстрый мех. Вот вы видите, что Сьюзи уже в меху. Следом можно опять же зайти вот в эту функцию контекст частиц. И здесь уже немножко поднастроить длину волос. Ее внешний вид. Вот так вот. И зайти теперь в редактирование частиц. И все это дело выгладить. Уложить так, как нам надо. Вот так вот. Где-то вытянуть. Вот так вот где-то добавить волос. Вот можно вот здесь вот, где глаза, немножко добавить. Вот здесь вот чуть-чуть вот так. И все это дело опять же выгладить. Ну, что-то вот в таком духе. Глаза, конечно, можно потом очистить. Вот берем вот эту вот стиралку Кут. И вот так вот можно глаза тут чуть-чуть какие-то, где нос, где рот, чуть-чуть можно поубирать волос. И теперь заходим в объектный режим. Вот такая прикольная Сьюзи получилась. Можно ее еще подрасчесывать, еще добавить, допустим, длину волос и так далее. Вот такая штука. Если сейчас зайти скульптурный режим и попробую все это дело повытягивать как в ZBrush. Ну давайте посмотрим, что получится. Вот немножко тоже все преобразуется, можно это дело как-то корректировать потихоньку слегонца. Вот так. Но только слегонца. Вот уши можно и сделать побольше. И вот так вот изменять, когда вы тянете за полигоны. И вот у вас мал-мал волос преображается. Можно использовать другую кисточку, допустим. Вот так вот. И немножко сделать ее вот так кучерявой. Где-то волос можно чуть-чуть кверху вместе с головой припадать. Ну, вот что-то такое получается. Вот такой есть вариант. Словом, пробуйте. Прикольная штука. Ролики на то, как делать волос в ZBrush, я выложу именно в описании под этим роликом. Смотрите, сравнивайте возможности. Все, всем пока.